Всем привет, и сегодня вышло обновление 29.2. Немножко пройдемся по Battle Pass, что тут нового добавили. В основном тут добавили ранги классические, вот, играть прямо сейчас без подборки карт, без нифига. Battle Pass у нас короткий, на 4 недели всего-навсего. Вот тут по миссиям можно посмотреть, 4 недели у нас всего-навсего. Вот он сам Battle Pass, и смотрите, что тут есть. Вектор. Ну и... как бы накопилось у меня 50 жишек с выполнения китайского ивента, и в этом мае, точно не помню какого, но 6 лет я как начал играть в PUBG, специально собрал для этого комп, стримлером уже потом через полгода стал и запустил первый раз PUBG на 8 гигабайтах оперативы, материнка была, проц была, на процу был кулер дешманский за 120 гривен, якобы на 130 TDP, но ни хрена там 130 не было, винт на 160 гигабайт, ВДшка зеленая, на 5400 даже, а не на 7200, и видюха 1050 Ti-ка, которая там уже полудохла у меня, и 80 FPS у меня было, то есть как вот на таком железе все запускалось. Так вот, к чему это все? К тому, что юбилей так-то 6 лет, и за 6 лет я ни разу не покупал Battle Pass. Но тут скины, как видите, и Харли прикупил. Так тут бывало, что халявным жишкам чуть-чуть не хватало, я добавлял там по 100, по 200. А сейчас как бы звезды все сложились, сейчас и 6 лет вот как играю, и Battle Pass короткий, и 500 жишек у меня есть. И в Battle Pass есть скин на Вектор, то есть как бы можно прикупить билет выжившего. Где он тут нафиг у нас покупается? Вот он. Обычный билет стоит 3,99, 500 жишек как раз вот они у меня есть. Супермодный у нас стоит 13,99. Супермодный входит обычный билет. Повышение уровня до 10. Два ящика, два ключика. И на 10 баксов это все дороже стоит. Не знаю. Такое себе предложение. Так, давайте возьмем обычный вот этот. И немножко я подобломался. Потому что именно за баксы она покупается. За джишки купить нельзя. Если вот большие батлпассы можно купить за 1000 джишек, здесь вот именно только за баксы с кошелька стимовского. Ну ничего, сейчас пополним кошелек и продолжим. Итак, докупил пытка номер 2. И вуаля, первый мой батлпасс за 6 лет. Юбилейный батлпасс. Короткий, правда, ну и не сильно дорогой, не 10 баксов. За 6 лет купил батлпасс первый. Вершилось чудо. И должен у нас быть разблокирован. Где наш батлпасс? Вот это вот таким цветом, значит, у нас разблокированный. Модный вот такой вот костюмчик за 10 спишек. А где мои спишки? А, у меня вот 5 спишек, я вот могу сразу взять и на Вектор. А давайте возьмем и сразу и прицепим. Вот такой вот модный. У меня сейчас вот такой вот, тоже прикольный. Это будет такой вот, давитенький такой, но пусть будет. И парашютик такой вот модный будет. Усилители, это что за хрень? А, брелок, или как там говорят, я говорю брелок. Ящичек, билетики, танец. Ну, танцы тут. Ну, такой себе. Ключик, это что? Это на аватарку. Два. Костюм такой, ёхарный бабай какой-то, он очень страшный. Скин на миньку, Эдишен, надпись прикольный. О, такой вот шняги мне надо, мне там не хватает. 15 штук будет. И ящичка. Мои любимые полимеры, а штука целая. И ключик, обипишки на усиление. Ящичек, это что? Это на аватарку. У3. Ну, такой себе костюмчик. Такая вот бобик прикольная. Рюкзачок третий. Тоже с надписью. Это к третьему шлему комплект, я так понимаю. Это хрен полный. Это граффити. Кому они нахрен нужны, я так не понимаю. Бипишек 15 штук. Чертеж, который мне нахрен не нужен. Усиление бипишек. Джишек 100, который я протыкал в прошлом сезоне бесплатно. 400 джишек платно. То есть как бы по джишкам я отбиваюсь 500 джишек на 5 баксов можно купить. Ну там с хвостиком, там конечно дают еще бонус, но тем не менее. Такую вот криску. Не, я не криска, так что ставить такую криску я не буду. То криски пусть себе такое ставят. И бонусом.
Билетики, ящички, билетики, ящички, опять криска уже модная, пипишки и какая-то хрень. Это медалька, не медалька. Ну, как бы такое. В миссиях мне еще будут открыты эти вот премиумные или где они? А их тут нету. Ха, обломись. Тут же премиумных коротких батлпассах нету. Это премиумные есть в больших батлпассах. Ну да ладно, хрен с ним. Ну и в принципе, как бы, то что рассказывать нечего. В магазе у нас появились новые вот костюмчики. Это я, насколько понимаю, старые скины еще времена 17-18 год, и что-то они стоят очень дохрена. Судышек за вот такую вот хрень старинную, ну может то, что это уже раритет, антиквариат, его нигде не найдешь, это за 1000, это еще больше. Ну вот юбочка мне такая прикалывалась всегда, но я не знаю, такая есть или нет, не помню, надо будет посмотреть. Тоже 1200, ну почти что, тут юбочка там синяя, а тут черная. И вот такая вот мадам за 990, ну не знаю, не знаю, а вот еще вот какая-то хрень 990 есть, не знаю, такое себе. Старые эти скины, но шортики, может, и прикольные. Ну и шортики, а вот это вот что-то не очень, и шапка не очень. Но цветом не подходят. Остальное же все старое, ничего нового не добавили. Все старое, из старого одна труперда, и джишки у меня сегодня заканчиваются. Я думал, батлпас на них купить, а ни хрена не получилось. И что на джишки купить? Скорее всего, куплю на джишки танец. Где он? Танец старинный. Вот этот. Получше будет, чем в батлпасе. Его мне, правда, не хватает, но я буквально тут полчаса назад выиграл у бусинки 100 джишек. Розыгрыш там у нее еще идет, может, я еще 100 джишек выиграл, что навряд ли, конечно. И куплю себе танец, 600 у меня джишек есть. И давайте посмотрим, что здесь у нас. Ну, это стандартик, это тоже стандартик, когда заходишь каждый день. Это какой-то ивент с рангером связан. Это 300 джишек можно забрать. Ни хрена не понял, но очень интересно. Народу за завершение. То есть вот это вот все завершил, 400 джишек забрал. Да нифига себе. И вот эти вот надо все награды забрать, чтобы эту забрать. Но все эти награды нереально забрать. Потому что тут в сумме получается только 100. И все, наверное, вот эти выполняешь. И здесь, наверное, это можно забрать. Тем более, если можно будет здесь 400 джишек взять, то как бы да, танец я возьму. И надо будет своих 100 джишек еще докладывать выигранно. Посмотрим, что это за херня сегодня на стриму. И если я их заработаю, то куплю танец старинный. Так как вот 500 джишек у меня через день все заканчивается. Тот, который купленный за деньги, не заканчивается. Всякие вот там бонусные заканчиваются. Да, вот видите, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Новое написано. Улучшаемо ничего не есть. Но вот такие вот есть желтые кислотные. Или, наверное, старые, не знаю. Но да, точно новые. И вектор золотой. Это что? Это старое. Это старое. То есть, как бы вот из этого такое себе. Ну и в принципе, как бы рассказывать больше нечего. Вот он, старый наш рангер, вот он, какой-то непонятный ивент. Как назад вернуться, я хз. А вот так вот. На этом же, в принципе, все. Приходите на стрим, будем катать старый рангер, пока он не закончится. С юбилеем меня еще раз. С первым батлпассом за 6 лет и за 6 лет. Кто хочет меня поздравить, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео со стримом. Ну и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения.